всем привет! Вы на канале «Мы в Америке». Юнит CW-23. Очередной сторож. Мал, посмотрим, будет ли он удал. Что мы видим? Буквально пару сумок. Какая-то пустая банка. Ну, давайте начнем. Стоит чемоданчик. Он не пустой, судя по весу. Давайте на свет. Что мы видим в чемодане? В чемодане видим молоток, машинка, нож, электроотвертка, нож, инструмент, 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 уровень, лупа, увеличительное стекло. Так, это начинает поинтересней. Нож, но... Так, себе. Налобный фонарь, какая-то для плавки, магнитный уровень, инструмент, 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 ключики всякие, чего-то непонятные, много инструмента, опять ножик. Да, за этот сторож я заплатил $70. Дремель, дремель. Ага. Опять шлифовальное что-то. Вот набор скорости менять для шлифовки. Куча всяких насадок. Понимаю, чемодан именно для еще для чего-то зарядки. Для шлифовки ювелирных каких-то мелких изделий. Пока изделий не вижу, какие он шлифовал, но. Складываем, будем смотреть, расценивать и обязательно все напишем, что сколько стоит. Просто меч. Каких стран? Квотеры. Квотеры. Видим рация. Видим рация номер 2. Поехали сюда. Может, здесь нам повезет. Еще заклеим. Подарочек. Samsung весь битый, перебитый. Кейс. Кейс, который Powerbank. Какие-то ключи. Мелочуха, мелочуха, мелочуха. Пять инструментов, инструменты, инструменты. Пересмотреть надо эти инструменты еще. Канцелярия. Еще одна зажигалочка. Работает. Магниты. Все, на этом заканчиваем обзор. Второй ботинок так и не нашелся. Всем удачи. Увидимся в следующих юнитах. Надеюсь, повезет. Всем пока.